8 мая в Хасавюрте состоялся традиционный концерт, посвященный Дню Великой Победы, который прошел во Дворце культуры «Спартак». В чествовании главных гостей празднества ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие представители актива города, депутаты Народного собрания, депутаты городского собрания, представители управлений, ведомств и общественных организаций. В своей поздравительной речи глава города Зайнутдин Акмазов отметил, что подвиг, совершенный более 70-летий назад советским народом, подарил мир и спокойствие многим поколениям. И сегодня молодежь удостоилась называть себя потомками победителей. Но чем дальше от нас этот день, тем дороже, ближе и роднее нам солдаты Великой Отечественной войны, ныне живущие и погибшие на войне, ушедшие от нас в мирное время, и генералы, и рядовые, известные и безвестные. В наших сердцах навсегда благодарность и признание за те жертвы, за сохранение нашей Родины, за то, что уберегли идеалы добра, справедливости. На этой торжественной ноте прошла и церемония награждения почетными грамотами работников различных сфер деятельности за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые результаты. После награждения слово для выступления было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Александру Макухе, который в своей речи сказал, что главным фактором победы в той войне была нерушимая дружба и единство народов Советского Союза. Это такое прекрасное слово. Это радость. Радость во всем. И в учебе, и в спорте, и в труде. Там, где побеждает человек, он радуется. Все прогрессивное человечество будет 9 мая отмечать этот великий праздник. Пускай крепнет экономически наш цветущий Дагестан. Пускай наша могучая Россия никогда не увидит ни одной вражеской ракеты, чтобы никогда вражеская нога не ступала на нашу священную. Слова поздравления в адрес воинов-победителей и всех присутствующих в зале выразил и председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Нажмудин Залимханов, в своей речи сказав, что бесстрашие и выдержка советского народа помогла победить врага в той страшной войне. По завершении выступления председатель вручил ветеранам подарки в виде материальной помощи от руководства республики и города. По завершении официальной части был продемонстрирован небольшой творческий концерт, где прозвучали песни военных лет, хореографические номера танцевальных ансамблей и артистов Дворца культуры «Спартак». Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».